Всем привет, дорогие друзья, с вами Владимир и добро пожаловать на канал Apple Expert. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как же установить Play Market на ваше яблочное устройство. Смотрите, что хочется обратить ваше внимание. Как вы видите, у меня есть App Store. Вот, сами понимаете, что это устройство iOS по всем признакам, по всем иконкам. И так далее. Тут даже сомнений нет. Но как же я установил Play Market? И оно действительно работает. То есть, если мы нажмем на Play Market, как можете заметить, вот приложение, можете их устанавливать, нажать что-либо установить. Пускай это там будет Viber. Нажмете на Viber, все, можете нажимать на установочку. И все, ваше приложение пойдет. Но это небольшое разоблачение, чтобы вы понимали, как это работает всего лишь. Я перешел на сайт. То есть на сам Google Play я уже сюда перешел, но нам нужно было создать картинку. То есть я нахожу картинку, жму поделиться на экран домой. И как можете видеть, этот значок подписываете просто там Play Market. Или пускай у нас будет с таким яблоком. Жмем готово, бамс, вот оно, видите. То есть на самом деле никакого эмулятора здесь нет. Это всего лишь обычное вот такое решение. Но как кого-то подколоть, приколоть, что вот у вас есть якобы iPhone, но я могу пользоваться Play Market. Вы кого-то можете таким образом обмануть. И все. То есть, а как я сделаю визуальный эффект? Просто это уже видеомонтаж, чтобы понимали, когда я нажимаю на приложение, я его обрезаю и сразу же просто перехожу якобы через Safari на сайт. И вы видите этот эффект, как будто я перешел сразу же на Play Market. То есть это вы нигде не найдете, эмулятора здесь нету. Но как подколоть можно. Мне кто-то просто писал, и мне было интересно, возможно ли это вообще как-то организовать. Но вот только таким способом. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока!